Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. С праздником, дорогие дамы! Бурятский государственный академический театр оперы и балета приготовил для вас подарок. О нем я расскажу сразу после прогноза погоды на 8 марта в студии Павел Окунев. В ближайшие сутки по республике преимущественно облачно. Ветер юго-западный, порывами до 7 метров в секунду. По северным районам облачно с прояснениями. Ветер южный 4,1 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 16, минус 10. Днем температура воздуха минус 10, минус 4 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. На юге пасмурно. Ветер западный 4,6 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 8, минус 3. Днем температура воздуха минус 2, плюс 4 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. В Улан-Удэ малооблачно, ветер западный 5,4 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 12, минус 6 градусов. Днем минус 5, плюс 2 градуса Цельсия. Вероятность осадков низкая. Это был прогноз погоды на среду 8 марта. В этот прекрасный праздник Театр оперы и балета приготовил для вас подарок в виде 50% скидки на весь репертуар. При покупке билета на спектакль нужно указать промокод «ОПЕРАМАРТ». До встречи в театре!